Ранее в Арк. Народ, у вас такое было когда-нибудь, чтобы птеры просто внезапно взяли и начали делать какие-то свои действия самостоятельно? Что они делают там? В этой серии. Это последняя ходка, и у меня все будет готово к переезду. Твою мать! О, нет, надо что-то сказать срочно, Пауэрдрич, давай, выбирай с умом, думай! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Ark Survival Evolved! Приключения Пауэрдрича продолжаются в суровом мире выживания с динозаврами, где главный враг является даже не динозавры, и даже не другие игроки, а мой нубизм. Я снова один. Когда ты остаешься наедине с самим собой, ты наконец начинаешь прислушиваться к себе и своим мыслям. И в итоге понимаешь, чем ты раздражаешь окружающих. И я вдруг понял, что слишком громко думаю. В общем, Пауэрдрич наконец принял суровую реальность. В этом мире есть только он, его дом и этот отвратительный кашель. Я предпринял множество попыток найти своих птеров. Искал их повсюду. Птеров так и не нашел. Но зато нашел признаки надвигающейся беды. Неподалеку тусуется парочка воинов на моногармах. Посмотрим, что они тут делают. Главное, не палиться. А, муравей! Черт тебя дери, не пали меня! Прикинься муравьем! Я и так для него муравей, он даже не обращает на меня внимания. Блин, как неприятно, когда к тебе относятся с таким пренебрежением. Что? Муравей, пошла нахрен, мелкая мразь. Куда они теперь направляются? Я очень хочу проследить за ними. Интересно, куда они меня приведут? Видимо, к стае гиен. Я вообще мама рок, шакаль. Однажды Форест решил побежать, и все побежали вслед за ним. Ух, кажись, оторвался. И куда в итоге я прибежал? О, растение Икс! Я же говорил, что я не зря сюда бежал. Когда как следует укреплю дом, высажу их вокруг. Пора возвращаться домой. О, это значит, что я близко. Я благополучно вернулся домой. На завтра я запланировал глобальный переезд. У меня дофигища ресурсов, поэтому переезд будет очень трудным. Новый день настал, пора переезжать! Нет, меня сломали! И забрали все ресурсы! Что ж, переезд будет легким. Нас дерут, а мы легчаем. Прежде чем все-таки переехать, наконец-таки, нам необходимо заделать дырки в доме и набрать необходимый минимум ресурсов. А это уже интересно. Пока меня не было, тут уже построили... Тихо, погодите. Слышите? Это либо сердце дома бьется, либо кто-то внутри тусит. Что это за звуки? Что он там может бить? О, этот дом зарейдили только что. О, здесь труп лежит, зараженный. Ну ничего, я тоже зараженный. Фактически братья. Блин, тут махач какой-то был, который я пропустил. Смотрите, свежее мясо, дерево, тухлятина. Это вот прям только что случилось все. Ладно, давайте заходим внутрь. О, чувак. Это он лутается, он грабит, это залетный. Смотрите, у него 70 уровень, Киараш. Прости, Киараш. О-хо-хо! Так, все, берем быстрее. 200 металла. Ой-ой-ой-ой, это надо все брать. Так, я все это не унесу, надо... О, тут удобные ящики, давайте все сложим. Блин, не знаю, как действовать, надо быстро думать, что делать. Быстрее домой. Часть отнесем, подготовимся. Зажремся, запьемся. Теперь у нас есть второй арбалет. Будем его использовать, чтобы пулять наркотическими стрелами. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Здрасте, труп лежит на том же месте, все хорошо. Так, ой, испугался. Так, что у нас в стопке? Куча дерева. Отлично. А! Тихо! А, блин! Рыцарь пришел доблестный, валим отсюда! Он теперь думает, что я что-то стырил и погонится за мной. Я ведь еще ничего не взял, я еще ничего не успел стырить. Так, он бежит за мной. Оп! Блин, настоящий махач! Давай, давай, беги за мной. Но где ты? Так, согрелся, хорошо. А, черт. Давай. Ближе, ближе, не стесняйся. Он даже не знает, что у меня есть для него сюрприз. И это не только букет заболеваний. Давайте дадим ему почувствовать себя настоящим хищником, который преследует жертву. Окей, стали за камешек. Давай. Ну, пожалуйста. И поймал! Ну что, поиграем? Я думаю, надо усыпить его.
Посмотрим, что у него есть. Смотрите, как он беспомощно дрыгается. Вот тут он и понял, что лоханулся. Бэтч! Отлично. Блин, как я... У меня сейчас сердце колотится. Что у него? Хрень одна. Ладно, доспехи заюзаем. Сначала убьем его лучше. Нет, сначала заберем доспехи. Ай! Какого хрена? Еще и кашлянул на меня. Блин, я не знал, что у меня тут есть напарник. Быстрее, быстрее. Недолго мне дают насладиться победой. Мое прохождение арк это 90% неудач, 1% победы. А остальные 9% Power Drich гадит. Но скажу вам так, этот 1% победы стоит всех неудач. Посмотрим, осталось ли что-нибудь в этом доме, помимо моей гордости. Блин, неужели уже все успели унести? А, блин, да что ж такое, мне всего пару минут не было. Уже весь дом обчистили. Ладно, нас дерут, а мы летаем. Мне нужен новый птер. Убьем баранину, чтобы добыть немного овцы. И, собственно, приручаем. Поверить не могу, что теперь для меня приручение птера это такое обыденное событие. За 7 лет игры в арку. Блин, а вот это проблема. Целых 4 ужасные птицы бегают неподалеку. Блин, бегают прямо на поляне, где я приручаю птера. Посмотри, что творят. Они терроризируют другого птера. Что они сделают с моим? Я должен их увести как-то. Так, хорошо, она согрелась. Побежали, побежали. Используем этот дом. Эй, иди землю трамбуй в другом месте. Эй, петушок, ты что там, уснул, что ли? Что ты высматриваешь? На тебе, по заднице. Ага. Крылышками взмахал, да? Взлететь вздумал? Хрен тебе. Ты родился уродом. Неспособным летать. Неспособным ни к чему полезному. Впрочем, как и я. Так, хорошо, свалил отсюда. Еще тирек здесь, конечно же. Почему? А, блин, твою мать! Птица прибежала. Все, я оторвался, кажется. Отлично. Теперь ты как? В порядке, зашибись. Давайте покормим его наркотиками. На, кушаем мы маленький сладенький. Что? Какого хрена? Вот так вот, да? Без церемонии ты будешь жрать мою птицу, да? Черт! Так, забираем у него наркоту, чтобы не просрать. Потому что сейчас его сожрут, скорее всего. Сдохни. Просто стоим и стреляем. Я не знаю, что еще делать. Я не знаю, что еще делать. Пожалуйста. Он уже в крови. Может, успею. Да, блин, подохни. Я сожгу тебя. На! О, кажется, они боятся огня. Ты жив? Вот столько хп осталось у него. Так, у меня есть идея. Давайте поставим транквилизаторные стрелы на хотбар. Я думаю, гораздо эффективнее будет не пытаться убить птицу, а пытаться ее, блин, усыпить. На, спи. Вот, хорошо. Это и правда работает. Еще одна. Черт. Продолжаем стрелять. Усыплять. Ай. Не клюй меня. Давай. Нет! Мне хп отнимаются стремительно! Спи! Она свалила! Есть! Птер, мы с тобой оба на грани! Уснула, значит, да? Так, ее можно приручить, а можно проучить! Подохни! Подохни! Есть! Зажираемся по максимуму! Боже мой, чуть не сдохли, чуть птера не потеряли! Надо восстановить хп как можно скорее! Так, давайте построим небольшое жилище прямо вокруг нашей птицы. Ты как там, мой пернатый друг? Офигеть, он на грани. Ну ничего, я отстоял его! За всю ночь меня больше никто не потревожил. И птер в порядке. Давайте пойдем еще ягод наберем. Так, смотрите, что это у нас. Погодите. Это дикий паразавр, которого пытаются приручить. Да, его пытаются приручить, но не сегодня. Я вынужден это сделать, хоть мне и не хочется. Прости, пожалуйста. А вон еще один. Понимаете, для меня убить этих паразавров означает ослабить чужое племя. Довольно с меня быть добрым. Все. Power Drich правильно поступил. Это вопрос выживания. Я знаю, что они со мной бы сделали то же самое и даже глазом бы не дернули. А у меня он дергается хотя бы. Птеранодонушка, как ты поживаешь тут? Ой, прости. Я испражнился. О! О нет! О нет! Нападение! А! Черт! Сломался мой арбалет. Тема сегодняшнего выпуска — месть пернатых, что ли? Я не понимаю. Как мне сражаться с ними? Блин, что делать? Просто принять судьбу или что? Нет! А! Они выломали дверь! Все, сжечь! Сжечь их! Давай! А, я даже не буду смотреть на это! Я выиграл? Конечно же нет. Возможно, еще есть шанс. Я должен отбить эту базу. Я должен отбить этого птера. Так, давай, иди сюда. На, по роже. А, черт, он зажал меня возле дерева. И что? Ладно, просто стреляем его во внутренности. В душу прямо. Это сработало. Еще один остался. Пожалуйста. Пожалуйста. Он пока на стенку отвлекся. У меня закончился мой лук. И, к сожалению, птера убили. А, тут еще один был. Их было трое. Все, меня убили. О, нет! Это карма!
Это мне за то, что я убил тех паразавров. Я должен как-то восстановить баланс во вселенной. Я стырю это яйцо брантозавра и выращу его как собственного сына. Вот так вот бережно положу его в яичную комнату. В мой собственный домашний импровизированный инкубатор. Все будет хорошо, яичко. Глаз за глаз, крыло за крыло, яйцо за яйцо. Все уравновесится, и завтра все будет. Я проснулся мертвым. Сколько бед способен пережить один человек? Меня всего обчистили вновь. И забрали яйцо. Вывод очевиден. Брантозавр забрал свое яйцо. Оп! Опять дракошки здесь летают. Пора переселяться, короче. Меня тешит мысль о том, что будущие поколения будут изучать эти руины. Твою А вот еще одна заблудшая душа. Приветствую. Ты настоящий? Трудно сказать наверняка. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что я заразен. Лучше отойди. Нет, все, неважно, стой, где стоишь. Тебе так идет зеленый ядовитый дымок вокруг головы. Я тут недавно. И уже заболел. Такой прогресс. Но я пойду. Да, бывай. А, вы только посмотрите на эту милоту. Маленькая выдра. А что там написано? Подтащите рыбу для кормления. А у меня есть рыба? Из инвентаря пахнет рыбой. Нет, это тухлятина. Ничего, пойдем наловим быстренько. Оказывается, нарезанная рыба ей неинтересна. Ей нужно подтащить целую рыбу. Возьмем побольше. А черт брыкается рыбешка. Хватит, хватит. Вот, на, выдра, бери. Бери рыбу. Как мне тебе ее дать-то, блин? Так, отожрала. Я слышал звук. Ну-ка, смотрим. На 50%. Отлично, вот тебе еще одна рыба. Да, отлично. Эд, выползай, выползай из этого. Выползай быстрее, выползай. Жрут, жрут. Морские обитатели сбунтовались на нас. Все, выползай, опасно. Мать моя. Смотрите, я назвал ее. Это потому, что я в панике жал IW. Теперь ты моя выдра. Да, моя. И давай ты пройдешь обряд посвящения. Ты принята в мое племя. Ай, блин, посмотрите на это. Это так мило выглядит. Блин, охренительная выдра. Теперь это лучший друг Пауэр Дрыща. Мы никому ее не отдадим. Побежали, вцы. Я научу тебя ловить птеров. Смотри внимательно. Обездвиживаешь его. Он падает в обморок от ужаса. Пичкаешь его мясом и наркотой. И ждешь. А дальше мы просто делаем монтажную склейку. И птер наш. Мы ее назовем Миссис Клюв. В честь Миссис Клюв. Полетели отсюда. Летим в наш новый домик временный. Вот здесь. Все. Паркуемся. Ну и кто теперь тут, милый? Бич. Ну что ж, настало время глобального переселения. Я лечу вон в те земли, чтобы там поискать место для нового дома. Эх, последний раз глянем на долину ручьев. Сколько геморроя здесь было. Почему мы снижаемся? Почему птер снижается? Почему мы продолжаем снижаться? Птер устал. Мы его израсходовали, всю его стамину. Мы слишком высоко, и он сажается прямо туда, где птица. Почему птер перестал снижаться? Ты устал снижаться? Эта высота тебя успокаивает? Ты не определился, где тебе больше нравится, сверху или снизу? Блин, может, я его перевесил сильно, а? Может быть, если я скину лишний вес с себя, то он сможет спуститься? А он, сука, завис просто здесь, на этой высоте. Что это все время происходит со мной? Ладно, давайте попробуем скинуть с себя все это. Блин. Только бы получилось. Я скидываю, скидываю, вот, смотри. Он не двигается. Блин, эти коробки сейчас просто исчезнут там. Что за говно? Ладно, я спрыгиваю. Я сейчас сдохну. Да. Ай, Фэтс меня сожрал. Опять в какой-то жопе проснулся. О, блин, как далеко бежать. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все будет на месте. Ну, мой инвентарь, понятное дело, никуда не исчез. А вот эти коробки, где они? Коробочки. Коробочки! Коробочки! Переезд откладывается. Придется, сука, заново все добывать и крафтить. Это последняя ходка, и у меня все будет готово к переезду. Твою мать! О, нет, 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 надо что-то сказать, срочно что-то сказать. Пауэр Дрыщ, давай, выбирай с умом, думай! Хай! Хай! Отличный выбор, Пауэр Дрыщ, следующий должен быть еще отличнее.
хороший дракончик. Спасибо. Он что-то мне кинул. Возьми это. Паудрыч не берет подачек, но он, конечно же, возьмет и разговорит человек на драконе. А что это? Летать. Спасибо. Что это сейчас было? Валим отсюда. Я все-таки хочу понять, что это такое мне дало. Первый раз такое вижу. Криокапсула. Что за криокапсула? Давайте попробуем кинуть ее. Вы что хотите сказать мне, что это моя снежная сова, владелец Power Drish? Это моя снежная сова. Ладно, давайте заберем ее обратно. Я могу в этой хрени переносить животных? Охренеть, это лучшее мое животное. Миссис Клюв, ну конечно же после вас. Все, полетели домой. Я не знаю, это все карма. Я не знаю, что это еще, если не карма. Все мои страдания только что вознаградились. Все, все детали для дома скрафчены. Теперь мы точно готовы к переезду. Сова, я выбираю тебя! Что это за говно? Почему она лежит? Сова, ты че? Без сознания. Эй! Проснись. Почему мне вечно достаются какие-то бракованные животные? Вечно все не слава богу. И как долго она теперь будет спать? Давайте что ли имя ей дадим какое-нибудь? Holy shit. Судя по движению шкалы, она будет спать еще... 8 гребаных часов. Прошло 8 гребаных часов, и она вот-вот должна проснуться. И она проснулась, наконец-то. Давайте нашему птеру прокачаем выносливость, ему долго лететь. Мы все подготовили, все наши птицы наготове. Нет, давайте все-таки переименуем сову в Куро. Лайк, если поняли отсылку. Седлаем пернатых друзей. Все готовы. Ну что ж, в путь, навстречу новым приключениям. Какого черта я сунулся сюда со всеми своими животными? А, нет.